Кружки Advanced Direction, которые порадуют ваших близких людей, если вы подарите им эти кружки на 23 февраля. Изделия имеют оригинальные рисунки и форму, объем 500 мл. Размер примерно 10 на 10 см. Состав фаянс, производитель Китай, стоимость таких кружек 249 рублей. Качество исполнения отличное, брака на этих кружках, в отличие от кружек, которые сделаны в виде футбольного мяча, я ни на одной не заметила. Так что смело можно брать. Сито с ручкой от U-Kitchen, диаметр 20 см, отлично подойдет для просеивания муки. Состав нержавеющая сталь, производитель Китай, стоимость 149 рублей. За счет треугольного носика, который имеется с противоположной стороны от ручки, это сито удобно крепить на посуде. Оно отлично отсеивает крупные комочки. И если вы будете просеивать через него именно муку, оно будет насыщать ее кислородом. Банка для хранения от U-Kitchen объемом 1,5 литра из сбора силикатного стекла. Это товар из новой коллекции «Стальной стиль» от Fixed Price. Состав: боросиликатное стекло, полипропилен, нержавеющая сталь и силикон. Силикон на крышке как уплотнитель. Стоит такая банка 249 рублей, произведена она в Китае. Отлично подойдет для хранения круп, макарон или других сыпучих продуктов. Терка из новой коллекции «Стальной стиль». Размер 24 на 5,8 см. Произведена в Китае. Состав: нержавеющая сталь и полипропилен. Стоит 55 рублей. Особенно удобно использовать эту терку для сыра. Она проста в применении, легко моется, имеет специальное отверстие для подвешивания на крючок. Экран для защиты от брызг от U-Kitchen предназначен для сохранения плиты и окружающих поверхностей в чистоте во время тушения или жарки продуктов. Этот экран пропускает воздух. С его помощью вы можете также сливать воду из гарниров. Он идеально сочетается с другими товарами из коллекции «Стальной стиль». Диаметр 33 см, состав: нержавеющая сталь, производитель Китай, стоимость 149 рублей. Нож для фруктов от U-Kitchen, который подходит для аккуратной нарезки и чистки фруктов. Удобная ручка подарит вам дополнительный комфорт во время использования ножа. Этот нож из новой коллекции «Стальной стиль». Его размер 2 на 19,5 см. Длина лезвия 8,5 см. Состав: нержавеющая сталь. Производитель Китай. Стоимость 79 рублей. Кружка от Men's Direction, выполненная в виде футбольного мяча. Для любителей футбола она станет прекрасным подарком на 23 февраля. Объем этой кружки 400 мл, состав фарфор. Кружка действительно очень удобная форма. Стоит она 249 рублей, произведена в Китае. Но обращаю ваше внимание, что кружку без брака найти очень проблематично. Несмотря на ее высокую стоимость, из всей коробки я нашла только одну кружку, которая более или менее соответствовала слову «нормальная». Альбом на 20 листов от Men's Direction – это прекрасный выбор подарка для 23 февраля. Диаметр альбома 21,5 см, количество листов, как я уже сказала, 20 штук, состав: полиэстер, сталь, бумага и ПВХ. Альбомы продаются в одном дизайне, выглядят очень неординарно, мягкая и приятная на ощупь фетровая обложка – украшена рисунком в космической тематике. Стоит такой альбом 249 рублей, и в этом альбоме ваш близкий человек сможет хранить самые яркие и памятные воспоминания в снимках. Подставка на магните выполнена в виде колеса или футбольного мяча. Эта подставка будет прекрасно смотреться как на рабочем столе в офисе, так и дома. Цвет чернил в ручке синий. Размер подставки 5 см. Ручки 12 см. Состав: алюминий, полипропилен, сталь, полиэстерол и магнит. Стоит такая ручка 199 рублей. Произведена она в Китае. Емкость для сыпучих продуктов от U-Kitchen объемом 1,1 литра. Состав: полипропилен, производитель Китай, стоимость 149 рублей. На этой баночке есть мерное деление, удобная защелкивающаяся крышка. Но обращаю ваше внимание, что крышку надо проверять прямо в магазине, потому что некоторые из них соскальзывают безбожно. Эта емкость подходит для хранения в холодильнике, и ее можно мыть в
посудомоечной машине. Бальзам для губ Cherry Blossom из серии Lips Etude. Это бережный уход и нежный аромат вишни для чувствительных бархатных губ. Произведен этот бальзам в России, продается в тубе объемом 15 мл. В наш магазин приехал в одной расцветке нежно-розовый с мелким шиммером. Если вы уже пользовались этим бальзамом, пишите свои отзывы о нем в комментариях. Бокал Imperial, объем 255 мл, из натрий-кальций-силикатного стекла. Изготовитель Россия, стоимость 59 рублей. Такой бокал отлично подойдет для подачи вина, а рядом мы видим бокалы, которые отлично подойдут для подачи шампанского. Этот бокал называется Бистро, и объем у него чуть поменьше, 190 мл. Он тоже сделан из натрий-кальций-силикатного стекла, тоже производитель Россия. И стоимость 59 рублей. Компактное зеркало с подсветкой, которое без труда поместится в косметичку и в маленькую сумочку. С подсветкой будет удобнее делать макияж или подправить его даже в темное время суток или в помещении с тусклым светом. Одна сторона зеркала стандартная, вторая с двукратным увеличением. Работает зеркало от трех батареек мизинчиковых, которые нужно покупать отдельно. Толщина в сложенном виде у зеркала почти 2 сантиметра, диаметр 9 сантиметров. Произведено это зеркало в Китае, состав стекло, сталь, полистирол. Стоит оно 149 рублей. Продается в двух расцветках, розовое и белое. И обращаю ваше внимание, что верх зеркала довольно пошарпан. Органайзер для косметики и аксессуаров, который состоит из трех отсеков разной высоты. В нем можно хранить кисти, декоративную косметику, заколки, резинки или какие-то другие важные мелочи. Этот прозрачный органайзер с очень интересной текстурой отлично дополнит интерьер не только спальни, но и ванной комнаты. Состав полистирол, производитель Китай, стоимость 199 рублей. Органайзер для косметики и аксессуаров, который выполнен в виде декоративного подноса, вращающегося на нижней подставке. Это практичное и стильное решение для вашего туалетного столика. Состав – полистирол, полипропилен и сталь. Производитель Китай. Стоимость 249 рублей. Единственное, что я бы еще добавила к этому органайзеру, это противоскользящие ножки. Специальный выпуск журнала «Веселые игры». LOL Super Prize. Это издание для досуга, предназначено для детей дошкольного возраста. В набор входит набор LOL, состоящий из очков, ободка и зеркальца. Ободки в наборах различные. Женские топы в размере 44. Производитель Китай, состав 94% хлопок, 6% эластан. Стоят такие топы 199 рублей, отделка кружевом и из этого же кружева сделана бретелька. Выполнены топы из трикотажа лапша, довольно аккуратно все отстрочено, продаются в нескольких расцветках. Все расцветки пудровые, очень красиво смотрятся. Нож для пиццы. Производитель Китай, состав нержавеющая сталь и полипропилен. Стоимость 55 рублей. Это обновленная коллекция. Рукоятка, вы видите, сделана под мрамор. В этом отношении фикс-прайс всегда впереди планеты всей. Новые рукоятки, новая коллекция. Если вы уже пользовались таким ножом, оставляйте свои отзывы в комментариях. Набор ковриков для ванной, в который входит коврик размером 60 на 40 см и коврик 45 на 40 см. Коврики невероятно пушистые, мягкие. Произведены они в Китае, состав полиэстер, поролон, нетканый материал и ПВХ. Стоимость набора 299 рублей. Продается в различных расцветках. Коврики имеют антискользящее покрытие с обратной стороны. Тряпки для уборки размером 30 на 30 сантиметров. В наборе две тряпочки и одна прихватка. Производитель Китай, состав полиэстер. Прихватка в наборе очень тонкая, поэтому не знаю, много ли от нее пользы. Тряпочка одна с клубничкой, такая же, как прихватка, а вторая зеленая. Все расцветки в продаже одинаковые. Сумка шопера 100% хлопка, производитель Китай, стоимость 249 рублей.
продается в двух расцветках, белая и черная, с различными украшающими надписями. Сумка имеет очень длинные ручки, их высота 60 см, размеры самой сумки 29 на 40 и на 8 см. Это современный аксессуар на каждый день, отлично подойдет для шопинга, прогулок и небольших поездок.